Блин, очки охрененные, согласитесь? Вообще, я влюблена. Это для мужиков, можно мужиков на нее смотреть. Девочка всегда с резиночкой маминой ходит, такая красавица. Куда будешь выкладывать видео, если YouTube закроют? Вот это только я так могу. Ну что, мои дорогие, всем огромный привет! Меня зовут Карина Ракелян, и я очень рада вновь приветствовать тебя на моем канале, и это просто влог, потому что вы так долго ждали влоги, вы ждали, когда я уже наконец-то буду снимать влоги на постоянной основе, поэтому вы можете радоваться, я тоже очень радуюсь, потому что я сейчас веду очень такой продуктивный как бы образ жизни, и я хочу снимать на телефон, потому что мне понравился ваш отклик, в принципе, мне удобнее снимать на телефон, как я вам говорила, да, и, собственно, я хочу показать вам просто несколько дней моей жизни, сегодня мы с вами просто о многом пообщаемся, вы увидите мой ритм жизни, да, то есть как у меня строятся дни сейчас после операции, потому что, ну, вот мне же недавно делали операцию, да, об этом и был как раз-таки мой последний влог на канале, и я до сих пор ношу вот здесь валик, да, мне сказали его носить 2 недели, точно так же, как я и ношу корсет, у меня бежевый, черный, я их постоянно вот так меняю, стираю, ну, и, если честно, корсет я пока снимаю не хочу, мне вот очень удобно, все пока аккуратненько приживается, поэтому у меня как бы такой свой домашний карантин, потому что я же до сих пор не хожу в зал, но я стала более активной, я начала очень часто ходить именно прям ногами, регулярненько так, вчера прогулялась. В квартиру уже везут сервант, и совсем скоро я его вам покажу, даже через 2 дня, наверное, потому что этот ящик, который сзади меня сейчас, он шел в подарок к дивану, и он мне уже надоел, если честно, тем более, видите, он тут немножечко поломан. У меня все нужное с картами, с моими принадлежностями лежит там. Поэтому скоро здесь будет стоять охрененный сервант. А еще вот этот ящик тоже выкидывается, и здесь телевизор будет подвешен на стену. Ниже будет мое рабочее пространство, и я уже купила стол. Его привезут уже в ближайшие 10 дней, а сервант через парочку. А еще у меня есть вот такой вот ящичек, да, как бы стеллаж. Вот здесь над стеллажом мне нужно купить люстру, и над кухонным столом получается тоже. Над моим диваном тоже будет люстра, но я их пока не выбрала. дела. У меня недавно был шопинг, и я купила себе сумку вот такого вот характера. Мама сказала, что она похожа на утюг. А мы ходили вместе, но она выглядит охрененно просто. И я сегодня с ней пойду. И вот такой вот рюкзак. Я его взяла не в школу, ни в коем случае. Хотя почему-то мне это напомнило, потому что я обычно ношу такие как бы на руку, да, сумочки. А тут полноценный рюкзак, но я буду ходить с ним в зал. Посмотрите, как круто он выглядит. Просто сумасшествие. В общем, сейчас я пойду позавтракаю, дождусь сначала эту стиральную машинку, и потом мы поедем с вами в торговый центр за этими штанами. Может быть, я там чуть-чуть прогуляюсь, и будем встречать визажиста уже у меня дома. Я, кстати, так полюбила в последнее время латте с халвой, что мне туда ее добавляют по несколько порций сразу. В общем, ребят, я впервые в жизни, мне кажется, приехала в Атриум. Это торговый центр. Он тоже крутой в Москве считается, но мне почему-то больше по душе авиапарк. И чтобы вы понимали, я встала около украшений, потому что я хочу себе что-нибудь красивенькое купить. И, как обычно, приехала за одним, выйду с пакетами. Ладно, сегодня я шопинг не планировала. Я просто хочу порадовать себя чем-нибудь красивеньким, а потом уже зайду за штанами. В общем, у меня есть такое колечко, только с черными камушками. И я хочу взять какое-нибудь с новыми камушками. Вот мне почему-то понравились вот эти вот нежные цвета. Это кольцо, оно идеально влезает на мой указательный палец, регулируется и очень подходит мне по стилю. Так что я думаю, что я возьму его. Кстати, я вот недавно купила себе еще с аметистом колечко вот такое. И вот такой браслетик, ребят, еще захотела, прям под кольцом. Посмотрите, какая красота. Взгляните на мою руку теперь, ребят. Ну, это очень красиво. Очень. А еще, кстати, из-за того, что я не хожу на тренировки, сейчас я наконец-то стала носить маленькие сумки. И мне от этого гораздо комфортнее ходить, снимать влоги, ходить с телефоном. И я перестала носить наушники, чтобы вы понимали, большие. Мне стало удобно с проводными, потому что они легче. Я вот просто сейчас хожу, любуюсь на кольцо, на браслет, на эти наушники, на сумочку. И такая, это что за новая жизнь какая-то? Но нет, все равно я потом вернусь в зал. И буду 30 сентября учиться еще на фитнес-тренера, поэтому меня впереди ждут только большие сумки и много-много железа, потому что я обожаю спортзал. И пока у меня такой отдых, я решила провести время продуктивно, то есть я дома еще веду ежедневники и просто кайфую от всего того, что у меня в жизни происходит. А если начинаю нервничать, то просто делаю какие-нибудь духовные практики, медитации, и мне становится хорошо. Вот за этими джинсами, ребят, я приехала в Атриум. Они были моего размера только здесь, и мне они очень понравились. По дизайну. Просто посмотрите, какая красота. Даже с этой маечкой уже выглядит очень стильно. Я обожаю такой стиль. Просто красота. Ну что, у меня теперь есть шикарные джинсы. И я направляюсь просто гулять по торговому центру, потому что у меня еще есть, ну, минут 40 свободного времени точно. И я думаю, еще что-нибудь посмотреть хотя бы. Просто посмотреть. Ну что, как вы видите, у меня появился еще один пакетик. И он с нижним бельем. Поэтому демонстрировать как такового ничего не буду. Но вы просто знаете, что я еще взяла две крутые маечки, два бюстгальтера и комплектики носков там, нижнего белья и так далее, так далее. В общем, ребят, мне уже делают макияж. За окнами пошел сильный ливень. И если вы прислушаетесь, то очень слышно, как он идет. И помимо этого, такая атмосферная музыка играет, что хочется просто, не знаю, прилечь, помедитировать или какой-то вайб такой романтичный. Хочу романтики. Ну вы посмотрите на эту атмосферу просто. Такой нехилый ливень, я вам скажу. Очень красивый макияж мне сделали, я жду Кристину, будем делать контент. На улице закончился дождь и такая мрачная погода. У меня сел голос, потому что вчера меня продуло, и, видимо, это была подготовка вот к этой погоде, которая сегодня. Поэтому я не хочу сегодня даже толком никуда выходить. Может быть, мы пойдем куда-нибудь покушаем. Завтра меня, кстати, мама звала на блинчики. Поэтому сегодня, я думаю, я только вкусно поужинаю, потому что кушать я пока особо не хочу. И я готова творить интересный контент. Пользуясь случаем, обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, потому что я вас там очень жду. Прямо сейчас вы видите QR-код моего настоящего телеграм-канала, потому что есть и много фейковых. Подписывайтесь только на него, потому что там очень много лайв-контента, и я вас всегда жду с новыми новостями. И у вас есть возможность там всегда попасть в мое новое видео, где я отвечаю на ваши вопросы. А отвечать я даже, думаю, буду и в этом влоге тоже. Посмотрим. Ну что, настроение закончился дождь. Приехала Кристина, прекрасная Монечка. Тут у нас лежат манатки, мы сейчас будем все примерять, все обсуждать, думать о контенте и вообще о мотивации тоже будем говорить. Обед у меня сегодня, ребят, годится к завтраку просто, я так думаю. Короче, я взяла нам очень много различных колод редких. Ты такие не видела, мне кажется, я их хочу тебе показать. Во-первых, это для путешествий. Ну, это оракул. Это темное таро. Просто хотела тебе показать, чтобы поделиться. Это анатомия тела и в очень красивой эстетике. Это для мужиков, можно мужиков на нее смотреть. Это тоже камни натуральные. Это все натуральные камни, и они идеально подойдут для различных обрядов, для того, чтобы сделать какие-то заговоры. Идет очищение. В общем, поснимали мы с Кристиной, и я начала понимать, что я, походу, заболеваю, у меня першит горло, у меня состояние такое, что, походу, Кариночка после операции ты должна была валяться еще дома несколько дней, точно неподвижно, но у меня такой прилив энергии был, да и в целом я поняла, что мне сейчас нужно немножечко отдохнуть, мне нужно посидеть, посмотреть, может, какой-нибудь фильм, сериал, смыть макияж, но мы сделали крутой контент, крутые кадры. Я довольна сегодняшней работой, но погода была такая и как-то пасмурная, и, в общем, хочется просто полежать, поэтому вернусь к вам завтра. Всем доброе утро. Оно у меня начинается с кофе и у родителей дома, потому что я вчера вечером решила остаться у них. Я в итоге поставила премьеру своего ролика. Назвала его «Моя повторная операция влог. Путь к лучшей себе». Мне очень понравился вот этот вариант. И мне сделали очень красивую обложку. Получается, у меня уже практически влоговый канал, потому что я даже сейчас снимаю влог и выкладываю влог. Это нам друзья подарили вот этот вот... фикус бонсай. Получается, здесь корень от одного дерева, а вот это вот сделали прививку от другого какого-то декоративного крутого. И зацвел ты обрезала, да? Вот сюда зацвел? Не, он не зацвел. Вот этот корень пустил вот эти вот два побега. Я их срезала, поставила, они дали корни, я их посадила, вот они растут. Нифига, зацвели отдельно. Вот я еще срезала, тебе могу отдать. А, если корни пустят, то... Если уже пускают. Да? Да. Давай посадим мне. Моя девочка всегда с резиночкой маминой ходит, такая красавица. Так, ну что, ко мне приехала Аня, и мы сейчас будем делать всякие практики. Она является моим проводником вообще, в принципе, разных практик, не только Access Bars, но сегодня мы хотим сделать Access Bars. Вот, Анечка, можешь рассказать вообще, что такое Access Bars? Многие не знают. Access Bars — это такая исцеляющая практика, которая помогает запустить энергию в теле, очистить тело и ум от разных блоков, страхов, сомнений и высвободить энергию на реализацию задуманного и расслабиться. Ну, то есть один из результатов после этой практики, как будто вы выспались, расслабились. Восполнились энергией, да. Вот, поэтому сейчас мы будем делать эту практику. А так они делают очень много других разных практик, и если что, я даже на гвоздях уже постояла. Правда, не первый раз в жизни, но постояла и постояла удачно. Ну что, я собралась, уже успела покушать, надела свои любимые штаны. Вот, Моника меня ждет, потому что я ее поведу обратно. Вечером у меня встреча, Моника покайфует лучше со своей подружкой там милой. А мы пока с мамой будем делать загранпаспорт, который нам так очень нужен, потому что мы планируем поездочку. Я, правда, с подругой, а она с Полиной поедет, к ее подруге. В общем, я выхожу, такой вот у меня лук-лучок. Мне все нравится. Наверное, возьму кофе и поеду счастливая мечтать о предстоящей поездке. Еще, кстати, ребят, так символично, что у меня кофейня под домом. Там как раз руны на чашечках. Картина, как Мони любит ходить в гости. Ну что, ребята, я в УФЦ. И сейчас я буду пытаться сфотографироваться. Чтобы горизонтальная линия, пересекающая овал на экране, была на уровне ваших глаз. Ваша голова не должна выходить за границы овала на экране. Смотрите в камеру до сообщения о завершении съемки. Снято. В общем, ребят, получился только такой косой вариант. Не знаю, как вам, но мне не особо нравится. Вариантов не было. Да и, в принципе, это фото только на загранпаспорт, так что не проблема. А мы попали под дождь. Идем под зонтик. Но на документы я подала заявление, так скажем. И надеюсь, что все мы правильно указали с мамой, потому что есть некие вопросы по поводу заявки, которые мама с Полиной вчера делали. Вы, оказывается, ничего правильно не указали там, да? Или дополнительную информацию не указали? Нет, специалист не внесла почему-то данные про школу. Она сказала, что сейчас не надо это указывать. А в твоем случае сказали, что надо. Вот прям ливень. Вот такой вот обед у нас сегодня с мамой. Зашли в грузинский рестик. Тут так-то неплохо, я вам скажу. Решили чуть-чуть хинкали поесть и пюрешка, салатик. Ребят, я сегодня проснулась с мыслью, что я хочу купить себе брендовые крутые очки, потому что другие очки, которые у меня были до этого, они потеряны благополучно, и я приобрела себе очки Bottega Veneta, и, чтобы вы понимали, еще сделала новые ноготочки, это просто прекрасно, чудесная, потрясающая жизнь, и сегодня я иду на операцию по коррекции зрения. Еще у меня на правом глазу минус 0,2 по зрению, поэтому сегодня нужно будет все исправить от и до, а это делается быстро лазером, и я с этой мыслью такая подумала, блин, а почему бы мне не купить суперские, красивые, пиздатые очки, просто чтобы я чувствовала себя в них королевой. И я решила так и сделать, я сходила в магазин, купила себе очки, и сейчас выезжаю на операцию. Мне написала моя мама, что завтра они приедут с дачи. А мама еще и Монику забирала на дачу отдохнуть, потому что я все мотаюсь по делам. И пригласила меня на очень вкусные блинчики. Так что пойдем еще завтра на блинчики вместе с вами. А сейчас я иду домой. Буду немножечко отдыхать, морально приходить в себя. Блиночки охрененные, согласитесь? Вообще, я влюблена. Ну что, шел второй день после операции по коррекции зрения. И я думаю, вы видите, что у меня этот глазик немножечко воспален. Это как раз-таки тот глаз, на которой была операция. Я вам попозже расскажу обязательно обо всех моих ощущениях. Но сейчас я пришла время проводить со своей мамой. Мы будем готовить блинчики и вообще поговорим обо всем, что нового у нее, у меня. Я до сих пор не могу нарадоваться ногтями, которые я сделала, потому что я пару месяцев не возвращалась к длинным ногтям, то есть отдыхала. И честно вам скажу, мне все-таки с кайфом с длинными ногтями ходить. Так еще и у меня сейчас операция на грудь, операция по коррекции зрения. Очень много всего нового происходит, что я не успеваю даже переключиться. Короче, я иду сейчас к маме, потом буду отвечать в конце на ваши вопросы, и, пользуясь случаем, вопросы я беру из своего телеграм-канала. Вы сейчас видите на своих экранах QR-код. Обязательно подписывайтесь, потому что в моем телеграм-канале очень много всего интересного, больше моей жизни, и я жду всех там, потому что именно там у вас есть возможность попадать в мои новые видео. Вот она, моя красавица с тачки, и вот вторая красавица тоже с дачки. Жабирали у меня шабак. Ты хоть соскучилась по мне? Собака, ты хоть заскучиваешь? В общем, такая вот у нас тут прекрасная картина. Собираемся готовить блинчики и арбузик. Очень вкусный. Я всегда люблю делать так, если честно, когда его ем. Это самая сладкая середина, и тут нет косточек. Я уверена, что так делают просто все. Так что я сейчас еще арбуза наемся. Ну что, мы приготовили прекрасные блинчики. Это у нас уже как традиция в семье, я бы так сказала, потому что мы очень любим что-нибудь вкусненькое приготовить вечером, особенно сейчас с мамой, покушать, поболтать. Вот, и давай, мам, пробовать, пойдем вместе. У нас же есть еще кое-что к этому прекрасному блюду, мамочка. Джем Махеев, наш любимый. У нас с тобой вечерний. Вообще. Двойничок. Да, да, да. Пока никто не видит. Добавлю вкуснятины. Можно мне сразу блин лучше? Давай, давай, отлично. Вот сюда прям. Чуть побольше. Ой, какая красота. Все, все, все. Я себе тоже джемчика. А я буду макать. Моника тут тоже попрошайничает, а я сейчас как чуть-чуть блинчиков поем, еще сяду, будем отвечать на ваши вопросы, ребят. Тут прям с ягодами. Угу. Там цельные ягодки прям чувствуются. Угу. Очень вкусно. Угу. Так что пожелайте мне, ребят, приятного аппетита, маме тоже. Вообще я обожаю блины, что на завтрак, что на обед, что на ужин. В блины можно добавить все, что угодно. Это будет и сладкое блюдо, и там, не знаю, соленое блюдо, и обычное сытное блюдо. Говорят, даже курицу. Я вот с курицей пробовала, очень вкусно получается. Блины Цезарь даже есть, то есть салаты в блины добавляют, так что это охеренно. А я тут еще свой любимый джем. Ну что, сейчас я буду отвечать на ваши вопросики. Мама еще один. Решила блинчик сделать, да. Вот я решила сейчас на вопросики быстренько ответить. Как обычно, я эти вопросы беру в своем телеграм-канале. Вот. Спрашивают, какая у меня дальнейшая цель. Ну, самая главная цель у меня сейчас — это отучиться на фитнес-тренера. По моему мнению, это прекрасно. Потом я смогу больше знать, больше видеть себя в спорте. И, соответственно, сейчас я наконец-то восстановлюсь со своим глазом. Восстановлюсь, в принципе, после операции на грудь. И блинчики мне вообще чудесно сейчас помогут восстановиться. И можно будет снова идти в зал. Так что пока в фитнесе очень много планов. В блогинге, понятное дело, реализовываться с каждым днем, больше снимать, больше делать и отдыхать. Научиться отдыхать по жизни тоже очень важно, ребят. Блин, такие интересные вопросы. Какой бы совет ты бы дала себе в 18 лет? Думай наперед. Вот такой совет я бы сказала. Думай наперед. Хоть я и думала, но многие моменты внутри я как бы скрывала от самой себя, да, и не хотела думать на этот счет. А так, будь более внимательней и думай, да, наперед обо всем просто, что происходит у тебя в жизни. Дальше, естественно, про коррекцию глаз с вами пообщаемся. Как ты чувствовала себя после коррекции глаз? Вот знаете, это когда вам в глазик залетает какая-то неприятная бесячая мошка, которая очень долго вас тревожит там на протяжении нескольких часов, потому что вы ее до конца достать не можете, у вас слезится глаз. Вот у многих такие ситуации были. Так вот, после операции такое же ощущение, как будто бы у вас в глазу вот что-то вас чуть-чуть беспокоит, хочется моргать, моргать больно, особенно если вставлять линзы, как у меня было. А мне линзу поставили одну, которая лечит, но она меня беспокоила, потому что я линзы сама по себе не ношу, то есть... Пару раз мне их надевали, я их также благополучно снимала, потому что мне некомфортно в линзах. Вот, и дискомфортик небольшой есть, глаз становится более чувствителен ко всему, то есть все как бы становится прям такое четкое. Представьте, если на два глаза делает. У меня-то с одним глазом была коррекция, а представляете, если на два, и вы еще прям, ну, не очень хорошо видите. У меня-то минус 0,2 по зрению было, и я уже чувствую вот эту четкость, я уже вижу вдалеке, особенно когда боковым правым зрением на что-то смотрю, вещи стали четче, красивее, вот, и ощущения после операции неплохие, то есть, ну, вот, просто как будто соринка в глаз попала, и нужно несколько дней потерпеть, естественно, ограничить пока сауны, спорты, но я чувствую себя прекрасно, потому что я вот с четким зрением сразу заметила недочеты на правом глазу, и то, что их сейчас нет, мне реально еще круче даже работать, передвигаться по жизни, там. Вот, так что я рада, что сделала коррекцию, неплохо. Так круто получается, что у меня прошлый влог был с операцией на грудь, а сейчас на глаза. И все, вот, блин, недельку-полторы сейчас восстановлюсь и уже в зальчик иду. Прекрасно. Не хочешь ли ты снимать влоги о путешествиях по городам России? Слушайте, я бы вообще по всему миру отправилась бы путешествовать. Знала бы я английский, но этому тоже придет свое время. Вот, и после английского уже я буду передвигаться, и по России я буду передвигаться. Вообще спокойно я бы снова поехала на Алтай, потому что там я на ретрите не полностью все повидала, но я туда хочу вернуться, и с Алтая точно будет еще влог. В Дагестане я бы побольше поснимала, но тогда с камеры тащилась, не знаю, что можно и на телефон тоже круто снимать. Во многих местах побываю, еще успею. жалею, как будет возможность, камера всегда рядом со мной. Общаешься ли ты со своим другом Ильей? Илья, ребят, тоже сейчас уехал по путешествиям, ушел там в свои какие-то дела, работу, выучился, по-моему, на психолога, вот, поэтому у каждого своя дорога, мы иногда списываемся, но из-за того, что мы сейчас живем не в одних городах и даже странах, вот, очень хотелось бы его, конечно, увидеть, а так мы очень редко общаемся, к сожалению. Как ощущается имплант? Тоже очень интересный вопрос. Имплант никак не ощущается, когда он прирастает к вашему телу, и вы уже привыкаете с ним жить. А когда он только прирастает, и вы только-только сделали операцию, ну, тяжестью он ощущается, не знаю, какими-то такими могут быть хрустами, звуками, там, не знаю, воздух, когда выходит из вашего организма, как будто скрипы, такие моменты тоже есть. Именно так имплант может ощущаться. Вот то, что он меня давил вниз, да, вот эта ситуация, так имплант ощущается. У всех по-разному, зависит от организма. И зависит, естественно, от миллилитров, которые вы выберете. И от вашего лечащего врача, хирурга. То есть, сделает ли он вам все круто или нет. Куда будешь выкладывать видео, если YouTube закроют? Ребят, я вам еще раз оставляю QR-код на мой Telegram. Там у меня тоже дохера контента, дохера видео будет точно так же, как и в Инстаграме. Все ссылочки на мои социальные сети в описании. Я всегда оставляю на... социальные сети, где еще со мной можно связаться, ВКонтактик, так что переходите, вы меня в любом случае, я уверена, с Ютуба не потеряете, потому что есть еще и другие площадки, где я вас буду рада видеть. Как улучшить свое состояние духовное и как вообще прийти к духовности? Слушайте, мне кажется, что у каждого человека духовность в любом направлении может как-то, да, проявляться, где-то вы можете чувствовать умиротворенность, где-то вы... Там, например, на отдыхе начинаете больше дышать, отдыхать. Это тоже своего рода духовность. Спорт – это тоже духовное как бы развитие, да, ну, духовное направление, потому что через спорт человек реализовывается. Но прежде всего я бы посоветовала вам начать с медитации. Медитации по чакрам, прокачивать полностью себя, не бояться погружаться в внутренние диалоги с самим собой, да, и, собственно, помещать как-то, да, свой стресс правильно, учиться... правильно реагировать на свой стресс, да, и вообще, в принципе, больше дышать, это могут быть и дыхательные практики, и аффирмации, и после того, как вы уже приучите себя, да, иногда медитировать, то есть, как бы отдыхать, давать всему своему организму, дышать и так далее, вы почувствуете, что все, вы уже в духовном развитии, и у вас там жизнь сразу по-новому начнет разворачиваться, так что медитации. Еще смотрите, ребят, какой я сегодня купила себе чехол, крутой. Точнее, его заказывали в клинику, куда я ходила утром, и не снимала ничего для вас. А вот в этой клинике продавался чехол как раз-таки от Фили Бибер. И я взяла блеск чуть-чуть потемнее тона, не прям розового. И выглядит просто охрененно. Ну и, в принципе, чехол удобный. Маникюр даже вот так показывает. Смотрите, как красиво выглядит. Меня еще розовый цвет, кстати, преследует. Ребят, идет дождик, выглядывает солнышко, и вы просто посмотрите, какое крутое освещение здесь. И просто вот так вот выходить, иногда загадывать желание, стоять под дождиком. И особенно если вы в солнцезащитных крутых очках, это вообще самое лучшее, что могло придумать человечество. А еще если вы идете за вкусным чаем и гуляете с мамой. А еще если вы видите вот такую большую красивую радугу. Просто какая красота, ребят. Ну и закончить свой влог, ребят, я хочу на таком прекрасном моменте, что мы снова встретились с Кристиной. Вот, и сегодня она меня будет учить диджеить. Прикиньте вообще, как вам такое? Да, мы сейчас у меня в студии, как раз таки я Карине экскурсию небольшую провожу и пойдем наверх сейчас заниматься. Да, у нее тут прям как студия. Посмотрите, сколько крутых вещей, манекенов. В общем, да, сейчас будем заниматься всякими интересными делами. Вообще то, что я буду учиться диджеить, это что-то для меня невероятное. Вот, поэтому за подробностями можете следить в других моих социальных сетях. А сейчас Кристина проведет экскурсию, и вы немножечко посмотрите за процессом. Просто посмотрите, ребят, сколько тут всего. Мне кажется, что вот сюда идеально было бы, да, повесить какой-нибудь фон и уже сделать прям фотостудию. Ты так думала делать, да? Да, я хотела изначально здесь сделать фотостудию, но пока у меня просто много вещей. Пока я сюда положила вещи, здесь журналы, здесь книги, здесь игры, кстати, Imaginarium 2 у меня есть, вот, здесь коробочки, в них самое необходимое сложности, здесь тоже 2 у меня лежит, здесь мы можем играть в PlayStation и чилить, тут у меня все эти служители, такой увлажнитель воздуха, увлажнитель, да. Да, здесь можно для себя, кстати, тоже в будущем создавать наряды, то есть я здесь сижу, создаю всякие образы и себе, и всем своим друзьям, вот, а здесь мы реализовываем в этом мейкап-столике, реализовываем себе образ, чтобы потом наверх подняться и сделать диджей-сет. И есть еще 2-й этаж, да, ребят. Есть 2-й этаж, пойдем. Я его еще не видела, так что мы сейчас посмотрим вместе с вами. Да, он у меня очень яркий. Такой. Да, тут сразу уже видно. Да, здесь у меня все диджей-сеты проходят. Блин, ну вайб такой, прям затусить. Здесь мы будем с тобой заниматься сейчас. Это диджейка специально клубная. Я специально брала такую, чтобы ориентироваться в клубном пространстве. И когда я прихожу в клуб, хорошо играть, тренироваться. Здесь мы пишем музыку. То есть тут все синтезаторы для написания музыки. Все для того, чтобы это реализовалось. Да. А это, кстати, очень уникальный синтезатор. Он бесконтактно работает. То есть он ловит радиоволну. И от приближения руки, когда он включен, создается звук. На нем все фильмы ужасов писали. Вот офигенно, вот это творчество, я понимаю. Так шикарная зона. Давай сниматься? Давай. Тут эффект слева снимает. Вот, да. Вот и обратно. Смотри, вот здесь я начала трогать, начала линк мигать. Почему? Нет, линка сначала. А, она и так мигала. Здесь лучше не трогать. Лучше только вот, когда эффект вот это. Ага, и все, да? Да. А вот эти или вот это, или вот это. Все, вижу. Ты должна здесь включить третью. Выбирай эффект, ролл, например. Да. И нажимаешь вот на эту штуку. Удерживать или просто? И будь готов, сейчас будет дроп, тебе нужно в дроп уже все выключить. Да, блядь, знать бы мне нахуй, как это делать. Все, и дроп начался просто. И под дроп мы просто танцуем. Соответственно, мотай его на яму. Нажимай play, ты его выбрала, все. Теперь нажимаешь вот здесь и мотаешь вот так вот на яму. Зажимай вот это. Нет, двумя ручками. Зажимай одной ручкой это, одной ручкой вот это. Стоп, мотай на яму. Стоп. Начало ямы самое. Стоп. Все. Теперь ждешь, когда здесь появится яма. А, назад промотай, здесь как раз яма будет. Вот яма началась. Нажимай на play. Выводи его в эфир. Вот здесь. Вот ты выводишь его в эфир. А здесь какой-нибудь эффект нажимаешь. И потихонечку его делаешь вот так. А тут трек играет. И можешь вот так вот увести. Все, ты увела. А эти куда туда? Оставляй их, они должны быть ровно. Потому что они у тебя уже были. А это уводи из эфира. Вот это. Пизда, блядь. Просто ебануться. Короче, понятно.